Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Так, друзья, всем привет! Если кому интересно, ссылочки на товары из Китая есть в описании к видео. Итак, новость сегодняшнего дня. Xiaomi Redmi 4 на Snapdragon 625 прошел сертификацию в Китае. В этом году компания Xiaomi выпускает новые смартфоны один за другим. Не прошло и двух недель с анонса Redmi Note 4, как в китайском телекоммуникационном агентстве Tena прошел сертификацию Redmi 4. Внешний аппарат практически ничем не отличается от всех последних смартфонов линейки Redmi. Его корпус выполнен из металла с пластиковыми вставками на задней стороне. Там же располагается круглый сканер отпечатка пальцев. На передней стороне находится 5-дюймовый Full HD дисплей и 3 сенсорные кнопки под ними. Согласно описанию на сайте Tena, Redmi 4 получит 8-ядерный процессор Snapdragon 625 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч, 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Xiaomi может представить Redmi 4 уже до конца этого месяца по цене около $105. Достаточно дешево с такими параметрами, это, конечно, неплохая цена. Вот такая вот новость, ребятки. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.